День здоровья для одинцовских медиков провел глава муниципалитета Андрей Иванов. Среди гостей – медицинские работники разных специализаций, в том числе онкологи. Многие пришли с семьями. В парке Малевича врачей ждал отдых и прогулки на свежем воздухе, катание на коньках, а также плов и горячий глинтвейн. Надеюсь, что вы сегодня проведете замечательное время и с пользой, и для здоровья, и будет вот такой максимально положительный эмоциональный заряд. В том числе это имеет отношение к раковым заболеваниям, потому что все мы знаем, если не следить за своим питанием, если не заниматься спортом, не выходить на улицу, не дышать свежим воздухом, то появляется гиподинамия, ожирение, и риск заболеть раковыми заболеваниями, он возрастает. Среди участников акции Владимир Осачий. Он работает в Никольском подразделении Одинцовской областной больницы, где медики борются за жизни пациентов с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями. Признается, такая эмоциональная разгрузка весьма полезна для медиков. На коньках уже, да, лет 5 не стоял, поэтому сейчас встал и чувствую себя как-то не совсем уверенно. Акция, ну, на самом деле это круто, потому что мы все время на работе, с машины на работу, с работы в машину, домой. А на свежем воздухе практически крайне редко, потому что не хватает времени катастрофически. А вот так вот выбраться, выйти погулять по парку, посмотреть что-то новое, это, конечно, очень круто и классно. Врачи смогли ознакомиться со всеми активностями, которые предлагает парк Малевича. Среди них катание на лыжах, кёрлинг, хоккей и различные зимние забавы. А еще в парке также можно посмотреть арт-выставку «Белый лес» и поболеть за наших спортсменов в бикини. Здесь расположена одна из двух фан-зон Одинцовского округа, где на больших экранах транслируются самые важные события Олимпийских игр. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».